И первый вопрос об участии Российской академии наук в разработке программы стратегического академического лидерства. Я несколько слов скажу, почему мы этот вопрос поставили, считаем очень важным. В этом году истекает срок действия одной из таких вот знаковых программ поддержки наших ведущих университетов. Это программа, которая так обычно жаргон называется 5 топ-100. Это фактически программа, направленная на увеличение конкурентоспособности наших университетов по различным мировым рейтингам. И сейчас планируется новая программа, по-моему, программа опорных университетов, вот которая вторая программа, она работала на поле не национальных исследовательских университетов, а университетов более такого отраслевой направленности. Она тоже сейчас заканчивается, и планируются новые программы поддержки наших ведущих университетов. Мы понимаем, что вопросы, связанные с подготовкой кадров в науку, это вопросы не только университетской системы, это и вопросы нашей системы, в том числе вопросы Российской академии наук. Мы всегда работали вместе с нашими университетами. Я напомню, была очень сильная программа интеграции в 90-е годы, в начале нулевых годов. Да и вообще в традициях отечественной науки связь академии с университетами. Ну, можно в который раз напомнить, что первый указ Петра I, он был указ об организации одновременно и академии, и университета, и гимназии. Поэтому, конечно, мы чувствуем свою ответственность и за то, чтобы помогать работать в университетской системе. И сейчас руководство Министерства науки и высшего образования сформулировало новую стратегию на предстоящее десятилетие, стратегию поддержки наших университетов по различным трекам, это и по исследовательских университетов, и отраслевых университетов, и университетов региональных. И было уже несколько совещаний на достаточно высоком уровне, где были озвучены основные идеи вот этой стратегии. Ну вот видно из этих обсуждений, что Министерство науки и высшего образования в значительной степени планирует привлечь Российскую академию наук к тому, чтобы эта стратегия была запущена и состоялась.